сегодня на день, когда началась справедливая операция по денацификации Украины. День важнейший. День, от которого будет многое зависеть наша история. По большому счету, это такой водораздел. И это надо осознавать всем. Наша жизнь уже никогда не будет прежней. Будет она к лучшему или худшему, зависит от нас. Ребят позвонили совсем рано утром. Я встаю обычно около 6, потому что в 7 начинается эфир. А здесь позвонили еще раньше. Но ребята были в студии, они ждали, уже несколько дней ждали. Мы не знали, чего ждать, но какое-то такое внутреннее ощущение было, что что-то грядет. И вот 24 февраля, включая телевизор, обращение президента, а через несколько минут мне надо быть в эфире. И дальше 4-часовой эфир, к которому ты, наверное, готовишься всю жизнь, и который все равно приходит всегда неожиданно. Конечно, мне заранее никто не говорил, но есть такое чувство информационщиков, поэтому несколько ночей наша бригада дежурили, ну, в воздухе уже витало. Мы же на войне с 2014 года, как Запад начал эту войну против нас. Специальная военная операция. Здесь главный термин – военный. То, конечно, очень неспокойно. Я очень переживал. Очень. За несколько дней до этого против меня ввели персональные санкции. Это было такое человеческое разочарование в Европе. И в итальянцах, которым мне говорили, ну ты что, мы никогда не позволим. Ну как это возможно? Журналист, у тебя же нет никаких официальных должностей, ты все лишь высказываешь свое мнение. И потом просто стали уводить глаза. Европа показала себя. А я подумал, ну, а чему удивляться? Что в первый раз, что у евреи-антифашисты отбирают собственность. Европа вся об этом. Вся об этом. Нацистская, подлая Европа. Но ночью и ранним утром 24 февраля я уже меньше всего на свете думал о том, что у меня было в Италии. Но переживал я сильно. Меня мама спросила, сынок, а почему так переживаешь? Ты смерти боишься? Я говорю, нет, мам, знаешь, вот смерти я совсем не боюсь. Я боюсь оказаться неправым. 24 февраля я умер. Я умер, чтобы возродиться для другой жизни. Я терял страны, континенты, друзей, знакомых, и обретал себя, и Родину, и людей, которые стали со мной плечом к плечу. Это совсем другие люди. И этих людей я нашел. Я нашел их там, на передовой. И когда у тебя здесь, в Москве, в Питере, в Екатеринбурге, в Самаре, в Саратове, возникает ощущение, ну ладно, ну что это, ну чего это? То весь этот бред, вся эта шелуха слетает там. Мне позвонили и сказали, Владимир Дольевич, нам надо с вами встретиться, есть информация.
Я говорю, да ладно, что там говорить по телефону? Нет, нет, лучше лично. Приехал очень интеллигентный человек, полковник МВД. Сказал, у нас от смежников поступила информация, и нам поручено заняться вашей безопасностью. Я отнесся к этому так, легкомысленно. Потом информации стало больше. А как-то утром мне позвонил мой руководитель и сказал, что... Рудольфович, ты не удивляйся, тебе будет звонить президент. Звонок с коммутатора. И президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин говорит, что я буду выступать на коллегии одного силового ведомства. И там расскажу. Сегодня с утра мы арестовали группу из 6 человек. Они планировали... Путин сделал такую паузу. Он не сказал, что убийство. Но он сказал теракт, ликвидацию, устранение. Я очень благодарен моему президенту, потому что за счет этого у меня было время позвонить маме и предупредить, чтобы она не из средств массовой информации узнала о том, что на меня готовилось покушение. Конечно, либеральная пресса стала говорить, что ха-ха, хи-хи, да это все сказки. Но выяснилось, что никакие не сказки. И украинские кураторы. И заказ, который был лично от Зеленского, посмотрев одну из моих программ, отдал приказ меня убить. И это знаю доподлинно. Так как у меня есть друзья, тесно связанные с Украиной, и у них есть источники, в том числе в ближайшем окружении Зеленского. Я смотрел на фотографии, которые мой друг Рустам Вахидов сделал во время нашего нахождения в Мариуполе и подумал, что вот он видит больше, чем я. Через объектив он чувствует больше, чем я. Ну, талант фотографа, в частности, вот. И я понял, что я хочу туда-обратно. И начались наши поездки. 333! Орудие! Потом стало ясно, что, несмотря на то, что это не просто, хотя армия организовывает все блестяще, ты летишь, и самолеты, вертолеты, и транспорт, и логистика, и потрясающие ребята вместе с тобой. Но это все равно физически тяжело, потому что, ну, слушайте, мы... Но эти просторы гигантские, когда ты по ним путешествуешь, ну... В моем возрасте это не так просто. А затем, ну ты же к ребятам на передовую. Какой смысл отсиживаться в тылу? Если уж приехал, то давай туда. Чтобы все увидеть, чтобы тебе не могли впарить нечто, что не соответствует действительности. И поэтому договариваешься на местах и с музыкантами, и с десантниками. Разговариваешь и с мотопехотой, и с артиллеристами. И с ребятами из прославленных батальонов, и с морпехами. И приезжаешь к ним. Ну, а если уж приехал, то давай и с оружием, и в танк залезь, и в БМП. И здесь давай, а тут давай, посмотри сам. А вот здесь... И всюду начинаешь щупать, смотреть. И, казалось бы, физически, но когда тебе под 60, это уже не так просто. А с другой стороны, как говорит простой русский офицер с позывным Ашхабад. Ну ты прям бог войны. Я солдат русский.
И когда ты среди этих русских солдат, ты должен соответствовать. Ашхабад говорит, делай, как я, делай лучше меня. Поэтому на передовую. Туда. У многих офицеров я видел гранат. Я спрашиваю, зачем тебе гранат? Он говорит, а в плен, чтобы не сдаться. Не попасть-то в плен. Сдаться-то они не сдадутся. Лучше смерть. Лучше смерть, чем позор. Лучше смерть, чем плен. Это люди, которые для себя сделали выбор. Но умереть легко. Победить сложно. Но нужно. И задача их победить. Я там видел и священников. Он погиб, это отец Александр Цыганов. И глубоких, выдающихся исламских религиозных деятелей. Это люди не просто люди на войне. Это духовные лидеры. Это агитаторы и пропагандисты. Это комиссары. Это тонкие психологи. Настоящий народ. Настоящий. Иногда мне кажется, что на самом деле я на Донбассе живу, а в Москву приезжаю работать в студию, а потом возвращаюсь туда. Конечно, это не так. Конечно, никто меня не пустит с ними идти в бой. Все понимают. Да и я понимаю. Там ты должен быть готовым, чтобы не быть обузой. Мужиков тяжелая работа. Для всей страны тяжелая работа. Чем раньше страна поймет, что эта война-то священная. Эта война за каждого из нас и про каждого из нас, тем будет лучше. Мы не начинали эту войну. Мы победили. Но за этот год мы изменились. Конечно, не все. Но я думаю, большинство. Смотрите, за этот год мы приросли 4 территориями Крыма. К нам переехало 3,5 миллиона украинских беженцев, многие из которых стали гражданами России. Мы освободили земли, на которых живут 7-8 миллионов человек. То есть даже если считать по минимуму, мы приросли 10 миллионами граждан, которые осознанно выбрали нас. Но сбежало от нас несколько сотен тысяч человек. В нашу пользу пока все. В нашу пользу. Мы все поняли про Запад. И мы начали многое понимать про себя. Важно не останавливаться. И не изменять себя. Важно идти вперед и побеждать. Наше дело правое. Победа будет за нами. То есть эту всю инфраструктуру нужно вычищать, создавать с нуля нашу, заточенную под наши интересы, совместно, конечно, на основе прагматизма и взаимной выгоды с партнерами и союзниками по миру. Красиво. Суфлер! На этом все. Увидимся в воскресенье. Кажется, за мной следят.